Здарова, мужики, и доброго дня, леди! Это обзоры от Mob.ua, и, как всегда, я Трэш. Сегодня я расскажу о потрясающей, крутейшей, непревзойденной, или, как бы сказал мой сосед, пиздатой игре под названием Deus Ex The Fall. Для тех, кто считает, что игра уже давно всеми пройдена, а мы слоупоки и лентяи, у меня есть весомый аргумент под названием «И что с того?». Итак, приступим к сладенькому. Deus Ex The Fall – это игра для настоящих мобильных графодрочеров. Ну, если такие имеются. Проект во всех планах просто-таки разрывает все шаблоны, в которых находились мобильные игры до этого момента. GameLoft, наверное, нервно сали кипятком в сторонке. И тут ты подумал, вот она, игра на Android, которую я так долго ждал. Ведь тут есть и сюжет, и великолепно проработанные персонажи, и перенесен практически весь функционал из Human Revolution. Но проблемка в том, что фразу «хорошего понемножку» разработчики приняли слишком буквально. Игру можно пройти за 3 часа. Нет, можешь, конечно, растянуть и на 5-6 часов, если будешь играть ногами или еще чем попошли. Но разве это остановит геймера, качающего игры бесплатно? Нет, халявщиков вообще никогда ничего не останавливает. Итак, сюжетище. История предшествует событиям Human Revolution и повествует о наемнике по имени Бен Саксон. Хотя я уверен в том, что это все-таки Жан Рено. Итак, Жан Рено работает в составе злой группировки тиранов, после чего скрывается от них же в Панаме. Отправившись в подпольную клинику в поисках лекарства, блокирующего отторжение имплантов, Рено обнаруживает крупный фармацевтический заговор. Нет, ребят, сюжет на самом деле уныл и неинтересен. Представь, будто тебе друг сказал: «Прикинь, если в Deus Ex все было так!» А ты такой бац, и сюжет с этого да написал. В общем, говно еще то. Ну а так, практически все в игре идеально. Музыка, локации, даже управление. Управление кажется идеальным до тех пор, пока стелс не переходит в экшен. Чтобы привлечь внимание противника, спрятаться, уйти в инвиз и переключиться на нужное оружие для атаки, понадобятся остальные две руки. Ну, помимо двух, что уже есть. Короче, частенько все будет идти не по плану. Но может оно и к лучшему, а то совсем мы заказуалились. Перейдем к оценке. Плюсы в шикарной графике, музыкальном сопровождении, в обилии возможностей, оружие и все-таки тут есть какой-никакой сюжет. Минусы. Это тот самый никакой сюжет и порой раздражающее управление. Конечно, игра заслуживает внимания и звания одной из лучших игр на Android, но в целом это пустышка. Ощущение, как после сравнения заказанного гамбургера с гамбургером на рекламе. В общем, чувство, что тебя наебали. Ну вот, на этом у меня все. Если понравилось, то качай, ставь лайк, подписывайся на наш канал и вступай в группу. Там еще дофига интересного. Это был обзор от Mob.ua и я Трэш. До встречи! Редактор